Всем привет, с вами Квадрат. Мы продолжаем играть в игру Age of Mythology Extended Edition. У нас 21 глава, старые друзья. В погоне за Гаргаренсисом Аркантос попадает на остров, где ему предстоит спасти старых друзей от незавидной роли обеда. Поехали. Это корабль «Одиссея». Судя по его виду, Посейдон его не жаловал. Повернуть обратно! Сойдем на берег и посмотрим, есть ли на нем его следы. Что ж, если «Одиссей» и причалил здесь, то, по крайней мере, он неплохо питается. Аякс, обожди! Эти свиньи, они не похожи. Что-то здесь не так. Аякс! Аркант! На помощь! Вся команда! Мы все здесь погибнем! Сегодня не твой день для смерти. Найдем остальных. Крестьянин! Не дайте ему поймать меня! Нормально, блин. Не, Талос! Этимус! Не, Малиста! Так, он завалил кого-то из наших. Соберите и защитите столько свиней, сколько сможете. Этимус! Плохое задание. Малиста! 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 Этимус! Леже! Прошеше! Волуме! Здесь их будем оставлять, наверное. Волум. Малист, малист. Вернитесь в человеческий облик, затем побейте Цирцею. Эсто. Эсто. Тут впереди деревня. Малист. Там еще больше свиней. Волум, изволи. Сейчас освободим их. Вепы. Цирцея будет довольна. Вепри слишком свирепы. Бегите к башне. Эсто. Малиста. Эсто. Прошеше? Волуме. Эсто. Эсто. Малиста. Малиста. Волуме. Малиста. Блин. Эсто. Волуме. Может, как-нибудь договоримся? Малиста. Малиста. Живей! Мы вновь приближаемся к какой-то деревне. Малиста. Малиста. По стелсу не получится у нас сбоку зайти, интересно. Проверим. Эсто. Малиста. Не. Малиста. Малиста. Нормально. Малиста. Так. Сначала сейчас посмотрим, что там у нас, как путь. Потом уже остальных будем двигать. Эсто, эсто, волуме, эсто, малисто, эсто. Нам не пройти. Блин, откуда столько крестьян, алё? Вепрь слишком свирепый. Бегите к башне. Колос. Колос. С этих полей, что ли, прибежали? Уроды. Чуть не положили мою свинку. Не. Изволи. Волуме. Малиста. Эсто. Волуме. Волуме. Эсто. Малиста. Тут поблизости Эсто. Еще больше загонов, Волуме. А значит Малист. И Эсто. Людей, которых Изволи. Предстоит спасти. Неплохая армия у меня будет. Малиста. Волуме. В конце. Этим. Волуме. Изволи. Этимус. Волуме. Эсто. Малиста. Эсто. Изволи. Ох, ничего себе. Малиста. Здесь крепость стоит. Волуме. Это не очень хорошо. Эсто. Волуме. Волуме. Изволи.
Так, а как нам по-другому тут пройти? Ты это видел? Мы прошли прямо мимо них. Ну-ка, давайте посмотрим, сможем ли мы свиньи провести там. Надеюсь, что да. Тропа ведет к цитадели Церцеи, и, похоже, ее неплохо обороняют. Может быть, нам не удастся найти другой путь к нее. Кстати, надо было, наверное, не драться. Они спокойно стояли. Да, они по сути нас даже не трогают. Спокойненько проходим. Никого не трогаем. Два кабана и армия свиней. Так. Постройте базу и армию и победите Церцею, уничтожив крепость в центре ее укреплений. Сейчас разберемся. Ну-ка, не трогать мое золото. Положи на место. Хорошо. Изволи. Прошеще. А поучение вылезло. Принять. Пани, изволи. Орсос. Вуломе. Прошеще. Малеста. Сейчас мы вас сломаем. Гаса бы одного посмотреть, что там, как там. Прошехе? Не. Так, нет, нет. Эсту. Не. Все сразу. Вуломе. Прошехе? Эсту. Два на золото, два на дерево. Эсту. Сейчас посмотрим здесь, как обстоят дела. Эти малиста, эсто. Ручка. Леге малиста. Не, зритом. Дерево давайте мне. Простагма. Ναι, έτοιμοι. Έστω. Πρόσταγμα. Μάλιστα. Έτοιμος. Βούλωμα. Я так понимаю, нам надо вот сюда зайти.
по сути, здесь где-то должен быть еще Одиссей. Ты здесь, чтобы выручить нас? О, давай, шагай. Так, нас уже нападают. Интересно. Сейчас посмотрим, что в этой части. Прошехе. Эшто. Леге. Эшто. Леге. Так, где мой пегас? А, вот сюда, в принципе, нам надо, да? Так мы рядом прям с опотом врага находимся, да? Ну что, давайте будем казармы ставить тогда. Крестьян много не бывает. Это... Да вы ладно, блин, а? Прекращайте нападение. Так, ну я думаю, прокачивать не будем, по-быстрому сломаем. Сейчас еще одну казарму поставим, отправим молиться, зарабатывать нам благодать. Нас перебили всех, кстати. Просехе. Не, малиста. А, надо дома поставить. Точняк. Простагма. Так, а вы амбар шибаните. Вурлуме. Леге. Не. Не, малиста, не. Вуломе, малиста. Эсто. Простагма. Так, все, хватит, хватит. Простагма, малиста. Хетимус. Простагма. Сначала в центр все зайдем. Так, вы отводите их сюда, поближе к башне, поближе к центру, вернее, города. Чтобы башня наносила им урон. Башня, вернее, центр. Давайте. Так. Чего тут стыки? Сейчас вы пойдете воевать. Леге. Такое не буду. А сам сейчас начал прокачивать. Простагма. Thank you.
Πρόσεχε. Κατεψύνη λιζού. Ναι, έστω. Ναι, έστω. Βούλουμε. Καλώς. Что мы проигрываем? Вуломе, пани. Просто гма. Вуломе, пани. Έτοιμος. Просто мальчика. Изволи. Поковыряем, пойдемте ворота. Эсто. Калос. Конечно, здоровья у Якса нету, но ничего. Нанесем им ущерб, так сказать. Так, помоги им. Убили минотавра. Ох ты, так-то вообще честно, нет? Мне кажется, нет. Надо отступить. Какого хрена? Башни превратились в максималку. Начали по нам стрелять. Так. Не. Ступаем. Тавр, давай прикрой. Тавр, блин. Ну, центр зато сломали. Сейчас зайдем, по башням пройдемся и... Уже неплохо. Крепости останется разбить и все, в принципе. Этимос. Эсто. Вулуме. Так, ну. У нас проблемы с едой. Леге. Прошеше. Эсто. Этимос. Не. Изволи. Леже. Не. Малеста. Прошеше. Малеста. Леже. Не. Блин, это еще их ворота. Ну вы обалдели, конечно. Леже. Прошеше. Калос. Леже. Малеста. Леже. Ростагма, вулуме. Леге. Эсто. Ростагма. Малиста. Просехе. Не. Леге. Ростагма. Вулуме. Ростагма. Не. Просехе. Малиста. Сейчас я тут ферму забабахаю. Вуломе. Просехе. Просто мальста. Простагма. Ритомос. Леге. Вид делаете, что ли, что еду собираете, или что, я не могу понять, блин.
Гайр, присоединяйся. Простагма. Да, конкретно, конечно, проблемы с едой. Давайте что ли еще? Фермы повесим сюда. Так, ну-ка, не гонять мне крестьян. Просто ма? Блин, героя убили. Задолбали. Что ты развалился, вставай. Простагма. У меня еды уже должно быть, блин, жопой жуй. Ну где она? Леге. Сейчас пойдем. Зайдем еще разочек. Соберутся все. Хэтимус. Так, мне кажется, здесь золото еще есть. Леге. Исмахин. Ну-ка, отошли. Да, пошел отсюда. Калос. Поро. Калос. Ладно, развлекайся. Так. Это Леже. Изволи. Просто гуляй. Калос. Простагма, вуломе. Простагма. Савчик. Пани. Ну ладно, не увлекайся. Давай. Вуломе. Обратно. Леге. Изволи. Вуломе. Отправляемся на задание. Гидры возьмем, наверное. Здания хорошо ломают. Поехали. Блин, паучиния влазит, задолбало. Наглец, блин. Хорошо. Калос. Калос. Изволи. Изволи.
Προσεχέ. Έτοιμος. Καλώς. Εισβολή. Έτοιμος. Εισβολή. Так. Опа. Этимус, прошеше. Эсталос, прошеше. Изволи. Леге. Все, сейчас крепость можем сделать. Простагма. Простагма. Не. Изволи, изволи. По-быстрому укатаем оставшиеся крепости. Так, ну все, нападать на нас сейчас не будут, потому что мы разобрались с этими зданиями. Давайте крепость поставим. Так, ну а пока давайте вот берем этих ребят. Ох, ничего себе. Вылезло. Неплохо. Гидр позовем. Так, хорошо. Прошеше. Талос. Изволи. Изволи. Талос. Изволи. Талос. Изволи. Прошеше. Собираемся. Простагма, малость. Куда-то пошел. Да нет, так, блин, рано, ну стойте здесь. Эй, золота не хватает. Леге, пани, пани. Так. Теперь можно, погнали. Телегу ломают. Thank you.
Хорошо. Ты осмелился напасть на меня? Все, победили. Я уже было решил, что закончу свои дни в облике свиньи на этом треклятом острове. Я ваш должник. Вы спасли меня, но мне нужно вернуться домой. Благодарю тебя, Аркант. Ты ничем нам не обязан, друг. Мы можем предоставить тебе и твоим людям корабль, и вы отправитесь домой. Вы начинаете скандинавскую часть компании, хотите ознакомиться с коротким обучением по игре за Скандинавию. Эх, блин. Ну, давайте, почему нет? Играя скандинавами, важно помнить три следующие вещи. Вместо того, чтобы строить амбары и склады, скандинавы относят свои ресурсы в передвижные места выгрузки, подводы. Бычьи подводы можно подготовить в городском центре. Они могут передвигаться практически по всей карте. Еще одна отличительная особенность скандинавов – способ, которым они добиваются милости богов. Вместо вознесения молитв к своим богам, скандинавы добиваются их милости участием в битвах. Чтобы ублажить своих богов, они просто сражаются. Сражаясь в любых обстоятельствах и с любым противником, скандинавский воин обретает все возрастающую милость богов. Последнее различие заключается в том, что все скандинавские постройки возводятся и восстанавливаются пехотными подразделениями. Скандинавские собиратели могут лишь строить фермы и заниматься сбором ресурсов. У скандинавов любое пехотное подразделение может строить и чинить здания. Ну, мы на этом с вами остановимся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, рассказывайте друзьям. Всем спасибо, всем пока.